Глава государства также встретился с заведующим консульским отделом посольства Российской Федерации Максимом Степановым. Обсудили профильные вопросы. Речь, в частности, шла о получении российского гражданства. По словам президента, все чаще люди говорят о том, что попасть на прием в консульский отдел или даже просто дозвониться по указанному номеру сложно. Максим Степанов рассказал, что ежедневно в отделе принимают около 120 человек. Нагрузка на специалистов колоссальная. Приднестровье готово оказать поддержку в данной ситуации, ответил президент, как в трудовых ресурсах, так и в вопросе телефонных линий.